Третий день, как играет в моей системе вот эта конструкция, которую я назвал голографической пушкой. Это закрытая практически конструкция широкополосным динамиком, концепт изготовлен из гофрокартона, как материала наиболее удобного для моделирования. Ну вот, давайте послушаем Грига. Какая идея лежит в основе этого акустического оформления? Идея в том, чтобы создать два когерентных волновых потока, которые сталкиваются у устья, у выхода из акустики. Вот создается
прямой поток и создается обратный поток. Здесь они у нас соединяются и возникает интерференция. И результатом ее является вот та самая звуковая голограмма. Ну а пластиночка была вот фирма «Мелодия», «Грик».